Сюда, Федя, сядь, возьми бумагу, пиши. Редиска. Самый первый овощ на наших огородах. Он неприхотливый и созревает очень быстро. Но для того, чтобы вырастить вкусный и сочный редис, необходимо правильно его посадить. Во-первых, редис предпочитает нейтральные или слабокислые почвы с хорошей влагоемкостью. Во-вторых, правильно подобранные семена, от которых во многом зависит вкус. Кстати, подборку сортов редиса я выложу в телеграм-канал, ссылка в шапке профиля. Также не будет лишним перед посадкой прорастить семена, так мы исключим пустышки. Редис не любит тесноту, сажать нужно на расстоянии между корнеплодами 4-5 сантиметров, между рядами не менее 10 сантиметров, предварительно посыпав почву золой. И не забываем о прореживании. Самый важный уход за редисом – это стабильный и хороший полив почвы. Во время роста самым простым способом подкормки будет зола, а если смешать ее с табачной пылью, это поможет против вредителей, таких как крестоцветные блошки. Для этого достаточно опудрить по листу и хорошо полить.